В Одесском зоопарке весеннее пополнение. Родился малыш-верблюжонок. Сейчас он с мамой находится в отдельном вольере, но под пристальным надзором папы. Расскажите, как он себя чувствует, как чувствует себя мама? Он родился 9 числа в пятницу. Ему, получается, 5 дней. Все прошло, слава богу. Наши врачи наблюдали за родами, но вмешиваться не пришлось. Мама уже опытная, это уже третий ребенок. Она очень хорошая мать. Малыш здоровенький, хорошо сосет сиську. Сейчас его отец Грант, это молодой верблюд, но он очень так ответственно ко всему отнесся. Он стал довольно агрессивным после рождения малыша. Это сразу видно. Даже затрудняет обслуживание вольеров. Через какое-то время мы выпустим маму с ребенком в большой вольер. Но сейчас они хоть и отсажены в маленький вольер, но детеныша видно. То есть можно прийти, полюбоваться, потому что взрослый верблюд – это, конечно, такой огромный, величественный зверь. А вот маленький верблюжонок – это совсем другое дело. Это такой особый какой-то шарм, такое очарование, он очень милый. И вообще, весна – очень хорошее время для посещения зоопарка, потому что много детенышей. И это очень интересно, особенно детям, да и взрослым. Это очень так и познавательно, и вообще приятно. И вообще мы гордимся тем, что у нас хорошо размножаются животные. Расскажите про вид верблюжонка, и его родителей. Какие есть особенности? Двугорбый верблюд – вид, который давно одомашнен человеком. Крупный зверь. Бывает весом до 600 килограммов, бывает даже некоторые экземпляры до 700 килограммов, то есть очень большой. Мама относительно молодая, ей 11 лет, ее зовут Лейла, а отцу 7-й год, его зовут Грант. Двери зоопарка открыты для посетителей и туристов, но с небольшими ограничениями. Аквариум и террариум на время красной зоны – закрытое место. Руководство подчеркивает, такие меры предприняты, чтобы придерживаться социальной дистанции. Мы работаем в режиме парка. Это значит, что мы не пускаем посетителей внутрь помещений. Вот в террариум, в аквариум зайти нельзя. Мы не проводим экскурсионные работы, мы не проводим никаких массовых мероприятий, какие-то праздники, чтобы не создавать скопление людей. Но сам зоопарк открыт, можно приходить и посмотреть животных. Новорожденный верблюжонок пользуется большой популярностью среди самых младших посетителей. Внимание детей, как ни странно, привлекают горбы этих огромных животных. Мне особенно нравятся их горбы. Смешные очень. Понравилось? Да. Да. Мне здесь очень нравится верблюды, очень интересные животные, у них классные горбы интересные. Мне в них привлекает то, что они такие большие, красивые. Игорь Беляков рассказывает, через пару месяцев должен начаться второй этап реконструкции зоопарка. В планах улучшить вольеры для копытных и переселить хищников в более просторные клетки. А вот многострадальный слоновник начнут реконструировать в следующем году. Кристина Черновалова, Герасим Олесенков, телеканал «Репортер».